Друзья, приветствую всех, всем салам алейкум. Хочу вам сегодня показать замену сальника. Потек сальник. Вот сами видите. Все уже здесь грязно. Потек у меня уже относительно давно. Сейчас только до него дошел. Выдумал, сейчас хочу поменять. Снял кольцо, подомкратил. Еще там сделал страховку на крайняк. Мало ли что здесь придется толкать, бить, поэтому что мало не упал, открутил вот эти направляющие. Сейчас будем снимать барабан. Сейчас установлю телефон чуть поудобнее и начну. Вот и все, снял барабан. Конечно, здесь все в очень плачевном состоянии. Сейчас вам покажу. Вот снял, друзья, барабан. Сами видите, в каком здесь все в плачевном состоянии. Все грязно. Здесь даже что-то валяется. А, это кусок сальника, резинка. Ну ничего, сейчас будем снимать полуось. И будем менять вот отсюда сальник. Все вот это будем прочищать. Железная щетка немножко помоем. И все, и установим. А, нет, это отсюда, оказывается, вылетело. Ага. Здесь из этого цилиндра, здесь тормозного. Отсюда вот, вот отсюда тоже сейчас вылетел. Угу. Все понятно. Сейчас начнем. А затем, друзья, сняли колодки полностью. Сейчас снимаем 4 вот эти болта. Сейчас должен выйти полость. Вот, и вот он выходит. И вот все. Соответственно, полость достали. У нас почему-то разбитый. Полоси. И все, вот все. На этом сейчас все будем чистить, собирать обратно.